Leef per stuk met een pluk en spel nummer. Форум Бартакам. Бум! Всем хай! С вами Юджин, и сегодня мы продолжаем с вами играть в Шабнотика. И я не просто так сейчас побулькал, ведь это в тему, потому что игра подводная, значит мы будем булькать. Давайте булькать вместе. Здравствуйте, здравствуйте, это я, это мой дом, это мои ящики, это мой... Что это? Пиу-п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 иу. Это же сварочный аппарат. Вот план какой. Мы должны найти грабли эти, щупальца, штуки от костюма креветки. И еще мы должны сплавать на Аврору, но... Просто так туда плыть самому страшно. Там ребята. Значит, нам нужен Симон. А, кстати, смотрите, как удобно. Теперь мы видим, сколько нам осталось до глайдера, до экзокостюма и так далее. И еще вот эту штуку нужно найти. Еще одну деталь сборщика транспорта. Окей, нужно много титана, нужно стекло и смазка. Смазка не проблема. Значит, активно ищем обломки конструктора. Где он? Пиу-пиу-пиу. Вот пистолета не хватает здесь. Кстати, здесь пушка — это фигня. А вот если было бы просто пистолет, обычный пистолет, да мы бы всех убивали. Спасательная капсула номер 7, да? 7 и 8. Так, а где 7? Она вон туда. Вот он, фрагментик лежит. Пожалуйста, пусть это будет наше. О, какая прекрасная трышечка. Что это? Морской глайдер. Отлично. Гнездо газоподов. Смотри, сколько тут их яиц. Целых 3. А, блин, наплевал. Фак. Здесь может быть что-то полезное. Например, вот эта каталка. Да, он знает толк в полезных вещах. Так, а вот здесь камнями проход закрыт. Наверняка там куча интересного нашли. Ну-ка, стоп, а я могу пролезть? О, я могу пролезть. О-о-о, подзарядите меня, пожалуйста. Я жду не дождусь, когда вот эти вот камни смогу крошить этим большущим костюмом. Кто-то на меня охотится? Или мне показалось? Кто-то там охотится. Ты гадина. 7-я капсула. Ой, она будет очень глубоко. Я даже не знаю, есть ли смысл туда нырять сейчас. 100 метров. А ну-ка, давайте попробуем. Огромных обломков рядом не видно. А, нет, эти акулы, они здесь. А, не трогайте, не рычите. Просто забейте на меня, я просто рыба. Невкусная причем. Отлично, журнальчик взял. Загружены данные. Теперь валим. Ох, тут их. Оп. Быстрее читать. Быстрее читать, что же там такое сейчас напишут нам. Загружены данные. Выживший дегазе, журнал операции, спасательные капсулы, экстренная запись инженеров. Ситуационный анализ завершен. Коммуникационный радиопередатчик отключен. Черт его побери. Как мы найдем остальных без радиосигнала? Мы знаем азимут. На места падения остальных спасательных капсул. Компас находится в аварийном шкафчике. Вы хотите пойти туда? Придется рано или поздно. Мы должны перезапустить межзвездный коммуникационный радиопередатчик на Авроре. Построить постоянную базу. У вас есть строительный инструмент? Да, он... Черт, я оставил его в подсеке робототехники. Не парься. Нет, я конкретно облажался. Изготовитель не поврежден. Все, что нам нужно, это несколько простых материалов. Эта планета не может быть пустой. Давайте выйдем туда и выясним это. Вот такая вот тема. Знаете, а давайте рискнем, раз уж я здесь. Почему бы не сплавать на Аврору? Потому что возвращаться очень муторно, долго. Я не люблю ждать. Тем более, мы тут шутки не шутим. Надо пиу-пиу-пиу-пиу-пиу-пиу-пиу. В биомассе данной зоны доминирует растительность. Регистрируются слабые сигналы. Че, сигнатура технологий? Ух ты, там что-то есть. Но мы, конечно, дерзко плывем. Если тут эти твари плавают, а они здесь плавают, то мы просто без церемонов вторглись в их владения. Как бы наплевали им в лицо. О, я слышу их где-то. Надеюсь, они сюда не заплывают. Мы здесь. Что надо делать? Надо быстренько освоиться здесь. И низкая целостность конструкции. А! Корабля. Боже мой, забыл про них. О, попить. Я люблю попить. Едь. Отлично, Power Cell пригодится. Что еще? Что еще? Где еще? Вот. Надо действовать быстро, водичка. Да, паучики, я пришел грабить вас. Теперь это все мое. Вы думали, будете владеть этим бесконечно? Нет. Я просто забрал все. Вот там еще есть ящики, я помню. Что это? Аптечка. Аптечка да вода. Да что-то вообще бесит. Где какие-нибудь крутые приспособления? Батарейка, Power Cell. Прекрасно, прекрасно. О, бедные паучки, отчаянно пытаются на меня напасть. Что-то батарейка. А это что такое? Прожектор? Кольнуло меня! А, уже если... А, так. Нифига себе. Может пройти туда? Как? Да блин, ты вынудил меня пырнуть тебя ножом несколько раз. Все, сдох. Вот так. И пошли. И пошли. Нет, там закрыто. А куда я собираюсь пойти? Там же костер горит. Пойдемте по стандартному пути. Кто-то писал в комментариях, я помню, что, мол, ой, женек, там столько всего добавили в Аврору. Ты наврал мне, да? Надеюсь, тебе стыдно. Потому что я иду туда с надеждой. Ох, добра я набрал. Куча. О, батареечки, аптечечки, давайте жрать. Вы, наверное, думаете, что меня мучает угрызение совести, потому что этот корабль упал явно из-за меня. И я единственный, кто выжил. Потому что я-то знал, что с кораблем произойдет. Я подготовился. Но... Даже находясь здесь, наблюдая за этими обломками, я не чувствую ничего. Мне не стыдно. Потому что не перед кем стыдиться. Я один здесь. Пауки меня не осудят. Ну давай, ну как же ж, так же ж, как же... Вот оно мое наказание! Нет, я не могу взять эту батарейку. Почему? Уф. А! Нет, нет!
просто выпнул меня ящик. Знаете, я думаю, в воде мне лучше не торчать. Все, я поднялся. Давайте заберем остальные ящики, не будем с тем играться. Боль. Смотрите, тут таблички. Новый сигнал. Тепловой след. Я понял. Тепловой след. Куда ведет? Вон туда вниз. На 1800 метров. Что это? Фрагмент импульсной пушки? Слушайте, тут и правда все изменили. Мне это нравится. Еще один фрагмент осталось найти. Грузовой отсек номер 3. Погодите-ка, это что значит? Что? А как же мне пробраться? Огнетушитель мне нужен, точно! Не зря же его сюда положили. Ай да я молодец. Огнетушитель подобрал, давай. Пойдемте тушить огонь. Сдохни, огонь, сдохни! 4% еды осталось. Вот сейчас я буду клоцаться и могу умереть. Все затушить. Смотрите, дразнит меня постерами. Сволочи. Что это? Урны. Почему бы не изучить? Потратим на это время, да? А для чего они нужны? Что в них такого особенного? Я вижу какую-то записку. По-моему, это записка. Это записка все-таки, но бесполезная. Загруженные файлы. Ох, мы тут обнаружили уже 3. А это что, мы можем взять постер? Нафиг он нам? А, мы можем его повесить себя на базе. 17 хп. Да почему он так медленно идет? Быстрее. Давай, прыгай. Мы еще вернемся сюда. Надо хоть какую-нибудь рыбку поймать, сожрать. Давай, хоть ты, хоть ты. Падла, они вниз отплывают от меня. Да. Есть! Немка! Блин! Я очнулся у себя на корабле. И эта добрая акула решила меня просто напугать и доставила обратно. Еще накормила заодно. Это не прикольно сделали, было очень неприятно. Но, однако, я лишился всего, что у меня было. Но зато чертежи остались, так что выкусите. Так, хорошо, мы что-то еще подобрали. Заявлены фазовые врата для рукава Арианды. Альтера запускает Аврору. Это новость такая. Пределы освоенного космоса раздвинутся дальше, так как корпорация Альтера запускает совершенно новое капитальное судно, которое понесет фазовые врата в рукав Арианды. Что такое фазовые врата? Аврора отправится из космического дока на краю пространства Альтера, совершив сотни последовательных прыжков через фазовые врата, через это специально, чтобы можно было путешествовать. Через владение 9 различных трансгосударств и окажется на дальнем конце рукава Арианда. И за 3 месяца. Нифига себе. Оттуда экипаж поведет судно за последние фазовые врата, достигнув следующей звездной системы приблизительно спустя 18 месяцев. Там, блин, я не могу себе представлять, каково это будет вот путешествовать меж звезд. Это так круто, это так прекрасно, и я этого никогда не увижу. Почему-то человечество медленно развивается. Быстрее, пожалуйста, я тут жду. Я моложе не становлюсь, между прочим. Там отборная команда инженеров, среди которых я, начнет 6-месячный проект строительства новых фазовых врат, в которые были вложены многотриллионные инвестиции кредитов. Корпорация Альтера на данный момент управляет 9% всех фазовых врат в галактике. Если миссия Авроры окажется успешной, Альтера обгонит клику монгольских корпораций Соединенных Штатов Монголии, управляющую рядом станцией и шахт в регионе. Хорошо, важные вещи в жизни. 18.06, день рождения Ким. 22.11, мой день рождения. 40 недель, прежде чем мы доберемся домой. 400 недель по ощущениям, прежде чем мы доберемся домой. Куча кредитов, ради которых я это делаю. 1454 код от грузового отсека. Мы введем код и сможем что-то открыть. Мисага, мне это очень нравится. Вот сообщение, это прям так круто. Здесь нужна такая... Вот мне кажется, игру нужно было завязать не на выживание, а на полувыживание, но при этом смачный такой сюжет, чтобы нас провоцировали плыть дальше, 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 чтобы какие-то супер крутые страшные штуки происходили. Слушай, говорит торговое судно «Солнечный луч». Аврора, мы получили ваш сигнал бедствия и приближаемся. Планируем дать плавный импульс и сделать маневр гравитационной пращи вокруг Луны, чтобы сберечь топливо. Мы дадим вам знать, когда спустимся на низкую орбиту вокруг планеты. Берегите себя, «Солнечный луч», конец связи. Спасательная операция? Неужели? Вокруг Луны? Вот где она там? Не вижу. Вокруг Луны? О, Евгений, да, это я помог посылать сигнал бедствия. Ты обязан мне. То есть ты хочешь сказать, что сейчас действительно кто-то прилетит за мной? Ну, конечно, глупышка. Он обогнет меня пару раз и потом прилетит к тебе. Но чтобы он тебя заметил, тебе нужно кое-что сделать. Дай угадаю, снять штаны и повернуться к тебе спиной и встать на крышу своей шлюпки, да? Нет, ты не угадал. Хорошо, а что тогда? Встать на крышу шлюпки, снять штаны и повернуться ко мне спиной. Так, пошел нахрен. Новая Мисага! Неужели этот корабля? Все-таки он... Это второй помощник капитана Кин. Я отправляю сообщение всем уцелевшим с Авроры, капитан...
Холлистер погиб. Я принял на себя командование. Компьютер обнаружил сушу примерно в 750 метрах к югу от места крушения. Ваш приказ — держаться вместе, обеспечить себе безопасность, а затем перегруппироваться на точке встречи. Удачи! Это сообщение будет повторяться. Внимание, координаты встречи искажены. Идет загрузка координат источника передачи. Я знаю, я классно прочитал. Так, делаем титановый слиток. И у нас все готово для симолта. О-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Быстрей. Давненько я на нем не плавал. Стройте, рабы мои, стройте. Вон он, красавчик. Все-таки нужно доразобраться с Авророй. Стяп. Нету ничего, пусто. Это потому, что я уже здесь был? Да, я здесь был. Кстати, я правильно понял, что теперь нельзя... Нельзя копать песок. Опа, новый сигнал нашли. Координаты, возможно, расположение пещеры. А, это все там. Это все один и тот же сигнал. Вон он, ну папа высагрился на меня. Заплевай. Ой, как страшно. Не смей. Я не понимаю, это что? Это что такое? По-моему, это какой-то не такой отсек. Я немного не туда приплыл, что ли? А разве куда-то еще здесь можно? В смысле... вот. Сам же мне в задницу врезался. Очень смешно. Это в моем стиле так парковаться. Все, я понял. Я немного не там был. Неужели вот это все опустошено уже мной? То есть я все просрал. То есть и огнетушителя не будет, да, теперь? Огнетушителя нет, но... Проход горит. Меня тут уже знатно так ошпарило, пока я сюда шел. Может быть, вот, просто перепрыгнуть, вот так. Фак. Прыжок. Давай. Ну туда же можно, явно, я вот вижу. Давай, паркурчик. И давай. Ха-ха. Есть. Стоп. А выберемся ли мы теперь отсюда? Ну, батареечку зато нашли. Это хорошо. Вот он код. 1-4-5-4. 1-4-5-4. Ого. Access granted. Открывайте, пожалуйста. Сканер в руки. И будем смотреть, что здесь есть такого. Здесь есть прожекторы. Вот это сразу видно, что тут какие-то животные были, походу. Фрагмент двигателя циклопа. Прекрасно, белиссимо просто. Мне нравится, как здесь все сделали. Прям такой... Это чувствуется, что это большой корабль. Так, питательный батончик. Раз я скоро проголодаюсь. И запить. Огромное спасибо. Хорошо, они хотят, чтобы я вниз... Пошел. Эта локация напоминает мне один левел из Half-Life первой части. Наверняка кто играл, вспомнит. Что ж, теперь нам нужно только отсек мотыльков, реакторная. Нам туда надо. А, нет, 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 пиявки. Поскольку она здесь только одна, я думаю, нам следует ее пырнуть. Давай. Все, насмерть. Уверен, жизнь пиявки — это боль, так что я избавил ее от страданий. О, тут до хрена. Они что, не голодные? Непонятно. Блин! Уйди! Мы можем это чинить? Нет, не можем. Че я тогда парюсь вообще? Пойдемте отсюда. Что это? Сварка. Давай, ич, чинить. И стрейф, стрейф. Починил, кажется. Вау. Закрыть, закрыть. Вау. Вот, это интересно. Что это? Это апгрейд. Взяток компенсатор давления. Это для циклопа пригодится, чтобы нырять глубже. Ладно, пойдемте в следующий отсек и закроем дверь за собой, потому что это неприлично. Как тут много пространства стало. Раздевалка. Пойдемте в раздевалку. А вот кто оставил... Личные вещи. Разрежьте. Нет! Закрытая дверь. Реакторная. Все, это последнее, куда мы можем сплавать. Но мы не сможем сюда пробраться, если только, конечно, по трубе. По раскаленной не пройдем. Вот так. Все, я так понимаю, теперь нельзя, наверное, будет оттуда выплыть. Как-то это стрёмно, но мы должны это сделать. Огнетушитель, детка. Здесь должен быть еще один апгрейд для циклопа. Ну что, понеслась. В который раз мы уже с вами чиним Аврору. 9 утечек осталось. Мне не нравится, что здесь сделали мутную воду. Как-то это неприятно. Пиявочка. Смотрите, она уже хищно уже смотрит. Блин, надо прыгать прямо на меня. Я думаю, мы с ней справимся с одной. Так, вон вторая плывет. Ладно, прыгаем. А, вода-то на самом деле очень чистая. Давай. Последний осталось. Отлично. Опять, который раз вызывают выполнительную гребаную работу. Ненавижу все это. Хочется просто взять и покончить с собой прямо сейчас. Как бы это сделать лучше? Может быть, сварочный аппарат себе в глотку вставить и нажать на курок? Или в задницу? Отчего подохнешь быстрее, интересно. Но если б я хорошо учился в школе и в институт поступил, я бы знал, от чего быстрее умираешь. А теперь, не знаю, придется работать сварщиком до конца жизни. Они что, спавнятся здесь, что ли? Умрите, пожалуйста, сэр. Ну что это за дела такие? Я задолбался работать сварщиком, но тут еще и пиявки вонючие. Никаких условий не создают и зарплату не платят. С февраля... Нет! Уйди, господи! Как бы покончить с собой? Надо все-таки подумать над этим на досуге. Саша, это последняя утечка. Ну все, я починил. Ну, довольны? Зарплату дадите-то? Что? Зарплата. А, вот он тот проход, по которому мы раньше плыли. Его заделали. Теперь я...
Очень надеюсь, что мне дадут возможность выбраться отсюда. Потому что мне кажется, что я застрял здесь. Но давайте не будем расстраиваться раньше времени. Давайте просто пойдем посмотрим. Наверное, по ящикам можно это сделать. Фух. Они специально это сделали, чтобы доступ был не такой простой и легкий. Это рассчитано на тех, кто не такой смельчак, как я, и целеустремленный. Кто сразу такой: «О, ну здесь нельзя пройти, видимо, я пойду домой». И просрал игру. Тут же ящик, а у меня есть этот огнетушитель. И здесь батарейка. Ой, блин! Ой, блин! Нет! Тихо! Я все лишь хотел проверить, что это там за шипы. Это просто грибная зона, нет! Так. Виляем. Виляем, прыгаем. Хорошо придумано. Я вернулся. Так нельзя делать. Нельзя, он просто заспавнился внезапно. Я бы никогда туда не полез. Блин, как это стрёмно было. А знаете, что самое клевое? Я вдруг понял, что все-таки реально обмануть Левиафана. Это интересно, мы видим обломки. А, и скорее всего нужен резак, да? А, нет, мы можем открыть. Оу-ля-ля, оу-ля-ля. Что у нас тут есть? Так, всякие документы, всякая фигня, фигня, фигня. Ну, нельзя же просто так делать куски... груда обломков и без всего. А дерево собачье. А, смотрите, мы можем пролезть сюда. И куда мы в итоге попадем? Быстро надо соображать, потому что я скоро задохнусь. Стул. Мы сюда ради стула приперлись. Так, нам нужен алмаз, чтобы мы смогли добыть алмаз. И построить штуку для добычи ресурсов. А значит, нам надо вот сюда. Как я быстро нашел это место. Тихо, 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 тихо. Все хорошо. А, блин, очень интересная коробочка. Я должен вылезти и посмотреть, но это опасно, я знаю. Давайте быстренько. Но все равно есть эта штука. Многоцелевая комната, отлично. Обратно. Я вспомнил, где мы можем добыть алмазы. Это точно не в пещере, ну, по крайней мере, я там ничего не увидел. Но вот на острове их полно будет. А вот и остров. Есть! Алмазик. Так, нам нужно всего лишь 3 алмаза здесь и пласталевый слиток. Но это будет просто, ну, геморно, но просто. С алмазами надо разобраться. Благодаря чудо-монтажу я очень быстро собрал... нужные ингредиенты, вот 3 алмаза и пластеловый слиток. И позволяет добыть ресурсы. Креветка. Что это такое? Как это строить? Непонятно. А что если я неправильно все понял? Мне кажется, эта штука прицепляется к костюму. Значит, мне нужно еще костюм добыть. Упс. О, боже мой, а его еще долго добывать. Что это за чудо? Оп. Это просто божий дар. Откуда? Откуда он появился здесь? Экзокостюм. Я же прямо и хотел его себе получить в подарок. И теперь он кто-то мне его сделал. Очень прикольно, ребят. Смотрите, как мы... Динь. И можно так хватать. Ты. Эх. Давайте пойдем грибы схватим. Хватай! Нямка! Правой и левой рукой. Я надеюсь, вы сейчас не в обиде, ребят, потому что мне пришлось прибегнуть к читерству. Ну, добывать сейчас все эти фрагменты можно очень-очень долго, как бы смысл. Я все эти локации, которые там были, уже обследовал. Уже как бы не очень интересно. А вот интересно посмотреть, как работает экзокостюм. О, тут Бисага как раз. Карфил Джет Рупоп Флиара. Трауфтл Джорд и Эртер Тренкелбур Ирско... А, это, наверное, Соединенные Штаты Монголии пытаются выйти на связь. Давайте ответим им что-нибудь. Лев проштук мекафплокен шпальнемер. Форум бортекам. Надеюсь, я не оскорбил никого. Смотрите, 900 метров глубина. Ить! И мы можем использовать тягу. И мы такие поднимаемся. Вот она как работает. Пойдемте кому-нибудь наваляем. Ну что, Саня, не ожидал? Что я вернусь и наваляю тебе. На! Ну, сверху допрыгну. На! На! Ах, так вот тебе. Но мне мало, мало, мало. Сегодня мы отомстим всем, кто нас обижал. Вот, бич, бить их всех. Люля, доставлены. На тебе, на тебе. Евгений, ты вернулся, чтобы сделать мне больно. Да не, медузка, это всего лишь массаж. Вот здесь, лопатку левую, правую. О, ну тогда мне приятно, продолжай. О, да, о, да. Так, кому бы еще навалять, кому? Знаю, Левиафан. Get over here! Да, да, я дал ему по роже. Отлично, ему больно, он страдает. О, унижен. Слушайте, он уплыл, он испугался меня. Или он просто забил, не знаю. Я буду рассказывать всем, что он испугался. А, смотрите, поджав хвост, убежал. О, засек. По роже.
Это прикольно. Бить его по лицу вот так, сразу в оба глаза и в обе ноздри. Бить, все. Он не может ничего со мной сделать. Он запутался в грибах, получай. Нет, все, он сейчас нас отпустит и останется жить в грибах. Есть. Вот это называется отомстить по-настоящему. Все, можно уходить спокойно. Грибная тюрьма самая страшная в мире. Я доволен собой. Я думаю, на этом мы можем с вами закончить играть в Subnautica. Если вам понравилось, то лайкайте, комментируйте, подписывайтесь, рассказывайте друзьям и вступайте в группу ВКонтакте и в Стиме. Это была прикольная серия видео по Subnautica, но я уже... Вот теперь я не знаю, вернусь я снова в эту игру или нет. Может быть потом, через много-много обновлений, если вдруг игра станет действительно прям стоящей. Но сейчас мне кажется, что мы уже отыграли ее полностью. Еще раз вам всем спасибо, ребят. С вами был Юджин. Обожаю вас. Целую, обнимаю и подводную пичулю. Всем дающую людей пичулю. Вы готовы? Раз, два, три и пять!